Всем привет! На носу выходные, и самое время расслабиться и зарядиться очередной дозой отличного настроения. А для того, чтобы время не тянулось мучительно долго, лучше всего провести его вместе с каналом UC. Наша таблетка от депрессии действует безотказно. И пока одни страдают от несуществующих проблем и выдумывают себе новые, другие наслаждаются жизнью и чудят по полной программе. Как всегда, мы собрали для вас лучшее и ударную дозу юмора и отличного настроения в ближайшие полчаса гарантируем. Всем подписавшимся и поставившим лайк, плюсик в карму. Поехали! Внимание! Марш! С гимнастикой для тела знаком практически каждый. А что вы слышали о гимнастике для языка? Первый рабочий день не задался, ну и катись оно все к черту. Сложно себе представить лицо мужа, когда она сообщит ему, куда подевалось обручальное кольцо. Комфорт. Нереальный комфорт. Иногда вместо скучных развлечений лучше позаниматься духовными практиками. Интересно, как часто соседи вызывают полицию по этому адресу? А видели ли вы когда-нибудь многоразовый чебурек? Непонятно, почему контролеры в общественном транспорте вызывают такие приступы паники у пассажиров без билетов. Но этот уникум все-таки решил не дожидаться развязки. Если уж и оставляете собаку дома, то подыщите ей и друга. Так им будет намного веселее проводить время. Что в такой ситуации сделали бы большинство из нас? Конечно же, начали нервно сигналить. Но ведь есть и более действенные способы. Есть много полезных способов снять нервное напряжение. Но при чем тут манекен? Ну мало ли, вдруг посреди дороги неожиданно припрет. В любой подобной ситуации эффект домино работает безотказно. Наверное, это их последний рабочий день. Меня всегда волновал вопрос, откуда у этих хрупких официанток столько силы? Пожалуй, самым ярким моментом свадебной церемонии станет неожиданный перформанс отца невесты. Мам!
Даже хомячки знают, как разнообразить свои серые будни. Запланировали переезд, но денег на грузчиков и транспорт не хватает? Даже в такой ситуации выход может быть найден. Смекалка и творческий подход могут легко решить любую проблему. Но не бросишь же друга и его мотоцикл в беде. Удивительно, насколько просто этому парню удается сохранять равновесие и с такой легкостью балансировать, не падая в воду. Сколько ярких талантов во всех уголках планеты. С какой легкостью этот пиццайоло раскручивает тесто. Поистине настоящая магия. Что может нарушить спокойный и размеренный рабочий день и вызвать столько внимания? Да, ради этого стоило бросить все дела. Иногда самые лучшие кадры в итоге превращаются в легендарные. Наконец-то кто-то наглядно объяснил, что такое тонна штукатурки. До этого я считал, что смешнее чихает только моя бабушка. Запрещенный, но гарантированный способ дезориентировать голкипера приносит свой результат. Главное, что машина едет. Все остальное уже мелочи. Не все оригинальные способы знакомства срабатывают на 100%. Когда голодать уже нет сил, начинается настоящая забастовка. Отличный способ наладить отношения с тещей. Что-то вроде шоковой терапии. Кадр получился прекрасный, но велопрогулка превратилась в прогулку пешком. Пожалуй, такими эксклюзивными свадебными кадрами может похвастаться не каждая пара молодоженов. Да, сразу видно, что мамина подруга такой себе помощник. Собака — это не только друг человека, но и напарник по психозу. Приехал кормилец наш. Бдительность — проблема многих туристов. Проворные воришки всегда этим пользуются. Дамочка, у вас тут слегка накурено. Предстартовое волнение у всех проявляется по-разному.
Сложно описать словами логику происходящего. В принципе, каждый развлекается, как умеет. Свидетель на свадьбе – это не просто почетный гость, но и человек, которому можно поручить самые деликатные задания. Зачем тратить деньги на диетологов, если твой кот может сам определить, что питаешься ты отвратительно? Ну что, легкая разминка, и мчимся дальше? Кот не собака. И играть в долгие игры точно не будет. Хороший фитнес-инструктор всегда найдет способ заставить тебя заниматься усерднее. Если ходить на рыбалку с дедом, хороший клев почти всегда обеспечен. Тем, у кого есть коты, хорошо известно, что на ваши планы им всегда наплевать. Мы – вечная причина их дискомфорта. Тот самый случай, когда вместо радости от долгожданной свободы ты выбираешь месть. Предложение руки и сердца – это особенный момент для влюбленных. Главное, чтобы его не испортил какой-нибудь козел. Друзья, что бы вы предпочли вместо рекламной паузы? Сеанс тайского массажа? Бодрящие зимние водные процедуры в ледяной воде? Или частный урок по анатомии? Напишите в комментариях. Поспешишь, людей насмешишь. Подарок испорчен, приземление не самое мягкое. Но это было лишь начало. Это видео так и хочется подписать. У этой вороны больше мозгов, чем у твоей бывшей. У каждого работника автомастерской свои хитрости. Эти парни нашли быстрый способ очистить воздушный фильтр от загрязнения. Советую не повторять. Perfecto. Дождливый день счастливому человеку не помеха. Хотели бы оказаться в этой компании? Да, нет ничего лучше приятной компании лучших друзей, с которыми можно весело провести выходные на природе. Мы все постоянно куда-то спешим и постоянно не успеваем.
И из-за этого наша нервная система часто дает сбои. И тогда мы крушим все, что попадется нам под руку. Если до этого с клевом было совсем слабовато, то теперь, пожалуй, можно вообще сворачивать удочки. Иногда задумываешься, все-таки как мало нужно человеку для счастья. И как здорово, когда у тебя есть друзья, которые с тобой на одной волне. Урок всем сильным, независимым и вечно куда-то торопящимся девушкам. Гармония в отношениях со свекровью бесценна. Она сказала «да», но что-то пошло не по плану. Дрессированный баран – это, конечно, здорово, но, судя по лицу мальчика, это далеко не первое занятие. Когда ошибка в выборе жениха очевидна всем, но сказать так никто и не решается. Buenas tardes, perdona, para Bolonia? Проснулись? Двигаемся дальше. По этическим соображениям мы не можем назвать этого кота тем словом, которое само по себе напрашивается. Даже будучи не лучшим работником на фабрике, ты легко можешь стать звездой ТикТока. Даже сложно представить, как у нее проходит стирка или глажка белья. Фото, конечно, будет отличное, но вечерок намечается веселый. Приятный вечер мог бы быть и у этой парочки, но предложение, видимо, переносится на утро. Ловкое движение и четкий сигнал. Прими наши поздравления, дружище. Мы не останавливаемся и продолжаем наше увлекательное путешествие. Носки с кондиционером? Как тебе такое, Илон Маск? Обычный день на Аляске. Больше всего умиляет совершенно спокойная реакция автора видео. Китайское «ну давай» звучит примерно так. С чувством юмора у китайцев всегда был полный порядок. Оказывается, как просто зарядить кучу людей позитивом и хорошим настроением.
Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок в будущем освоил хорошую профессию. Особо настойчивые дети делают это уже в раннем возрасте. А видели ли вы когда-нибудь свидание крыс? Обычный кирпич прекрасно снижает скорость любого автомобиля. Учитывая привычку котов подолгу смотреть ни на что, этот хоть проводит время с пользой. А смекалке некоторых можно только позавидовать. Ускоряемся и двигаемся дальше. Правда, желательно без экспериментов с непонятной перспективой. Сложно объяснить логику действия этой девушки, но, по-видимому, права ей выдали зря. Наша любимая рубрика «Автохамы и мгновенная карма». Кто не мечтает о крепком сне и здоровой нервной системе? Мир стремительно меняется, и русалки уже давно не те. Подруга, ты в порядке? Да, я в полном порядке. Смотри, как умею. Храпит сосед. Доставайте дрель. Она сказала «да», но не сразу. Переводить стрелки не самое лучшее качество, но иногда оно очень выручает. Ай, мой зайчик, потерпи, вернемся мы вечером домой. Модный тренд из ТикТока. Ожидание и реальность. У меня возникает лишь один вопрос. Кто из них в данный момент хрупкое и нежное создание? Вышла замуж за рыбака, мечтая, чтобы тебя будили поцелуями? Нет проблем. Определилась победительница в номинации «Лучшая скандалистка года».
оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Признайтесь, у кого в голове промелькнула фраза «Я б на такой женился». Когда девушка говорит «Ладно, веселись», не веселитесь. Отмена миссии. Повторяю, отмена миссии. В отличие от девушки в предыдущем сюжете, этот парень худший кандидат в женихи. Любимый, пару минут и выходим. Любители поездить по пешеходным зонам, карма всегда рядом. Любви все возрасты покорны, но наивный стереотип про пойманный букетик по-прежнему наполняет свадебный видеоархив эксклюзивом. Пригласите в офис две акулы, и ваши сотрудники никогда не будут страдать от профессионального выгорания. А вот грузчиков все-таки лучше искать профессиональных. Еще один хороший способ спасти себя от выгорания на работе, ну и заодно стать звездой Ютуба. Чаевые за яркий танец точно обеспечены. Потроллить коллегу на работе – дело святое. Но стоп. Михалыч, и ты туда же? В чем удобнее всего перевозить верблюда? Конечно же, в школьном автобусе. Чистота должна быть во всем. И неважно, будет оно потом работать или нет. Гарри сегодня не в настроении, так и тянет поскандалить. Надеемся, что после просмотра этого видео настроение у вас не хуже, чем у этих ребят. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и не забывайте, смех продлевает жизнь.